Привет! Наверное, многие из вас видели подобные слайды. Встречали в своей жизни на конференциях, в интернете, на различных выступлениях. Это плохие. Это очень-очень плохие слайды. Это никуда не годится. Мы поговорим о том, как делать хорошие слайды. Помимо отсутствия дизайна, такие вот JS-слайды имеют еще одну характерную особенность. Я бы даже назвал ее первоочередной проблемой. Создатели таких вот слайдов пытаются на один экран впихнуть как можно больше информации, чтобы как бы смотрелось авторитетнее. Но это неправильно. Было бы правильнее разделить информацию на несколько отдельных экранов. В результате у вас бы было больше слайдов, но зато каждый бы слайд соответствовал одной мысли, той, о которой вы сейчас говорите. Наше укропное правило. Один слайд, одна мысль. Подписывайтесь на канал Realty Group, читайте нашу книгу, ну и, конечно, делайте хорошие слайды. Увидимся.